Здесь собрались молодые юристы, которые готовы оказывать помощь на добровольных началах. На конференции они разбирают актуальные вопросы в сфере защиты прав человека. А именно, говорят о правонарушениях в интернете, поддержке малоимущих семей, о взыскании алиментов и уклонении от воинской обязанности. Вопросы серьезные, но и мы подготовили несколько заданий. Правда, будем проверять не знания законов, а фактов о Тюмени. Дата основания Тюмени. Сколько лет Тюмени? 600 с чем-то. 400. 431 год. Угу. Так, ну если вы сейчас повторите год основания. 1586. И сколько лет Тюмени? 431. Тогда я подарю вам подарок. 450. Ну, я верю, что к 18 марта вы точно выучите. Да. Ну, а пока, чтобы хорошо знать Тюмень, я дарю вам такую книгу «Тюменская старина». Здесь точно есть год основания Тюмени. Вот мне кажется, что вы умная, поэтому вам сложный вопрос. Как раньше называлась улица Республики? Какой интересный вопрос. Интересно, есть три варианта – Боярская, Яркая и Царская. Я думаю, Царская. Я же сразу сказала, что вы умная. Я вот смотрю, у нас там стоят умные юристы, поглядывают на нас. Наверное, все знают, все понимают, смеются. Здравствуйте. Любите конфеты? Да. Тогда вы должны знать, как называется тюменская марка, которая конфеты производит. Сложный вопрос. Есть несколько вариантов. Оркестр, трио и квартет. Квартет. Квартет, точно. Тюменскую филармонию часто посещаете? Ну, несколько раз в год, как минимум, да. Тогда наверняка знаете, имя какого певца присвоено Тюменской филармонии. Есть несколько вариантов ответа. Надо же без вариантов, Юрия Гуляева. Тюмень, она моя! Не все молодые юристы знают факты о Тюмени, но до Тюменской весны время еще есть подготовиться.